Привет, ребята! Вы на канале Мультикекс, и с вами я, Вовкин. Сегодня мы поиграем в игру «Лодки про милых животных». Так, поехали. Вот у нас тут собачонок, щеночек. Кому же мы пойдем в гости, поплывем на лодке? Кошечке, к птичке или к зайчику? Давайте поплывем к кошечке. Она нам машет уже рукой, она рада. Так, нужно для начала собрать чемодан. Собираем вещи. Возьмем носочки, шортики, спасательный жилет, трусики. А фиолетовое платьице нам зачем? У нас же собачка-мальчик. Его брать не будем. Возьмем еще давайте. Ой, все, время кончилось. Не успели матроску взять. Матросскую форму и какой-то там был. Желтая курточка рыбацкая. О, наша собачка села в лодку. Ну что, поплыли. Тух-тух-тух-тух-тух. Ух ты, смотрите. Плывем, моторчик крутится, пропели. Ой, собака аж язык. Что это такое? Вы видели, там было мороженое. Под водой. Можно его достать? Ням. Кто-то уронил мороженое, что ли, в реку. Ой, в море. Ананас. Ням. У нас собака всеядная. Ой, смотрите, ребята, тут можно под воду нырять на корабле. Собака дыхание задерживает. Смотрите, полные щеки воздуха набрала. Ой. Ой, волна. Чтоб не захлебнуться, рот закрывает. А ну, давайте еще подпрыгнем. Вот это прикол. Тут где-то была бутылочка с запиской. Вот она. Может, ее надо в лодку кинуть? Вдруг там какая-то ценная записка. Так. Ой, какие шторм какой. Шарики. О, кексик. А ну, ням. Вкуснятина. Поплыли дальше. Ой. Ныряем под воду. Ребята, вот эта игра прикольная. Ой, водоросли тут. Смотрите, раки тут, крабы вернее. А ну-ка, давайте в лодку прыгайте. Не прыгать. Собака, быстрее выныривай, чтобы не задохнулась. Ой, дыши, отряхнись. Правильно, молодец. Так, ладно. Ух ты, остров кексов. Смотрите, куча кексов. Надо подзаправиться нашей собачке. В ее дальнем путешествии надо заправиться. Так, пару кексов возьмем с собой. Раз, два. Ну что, поплыли дальше. Остров кексов миновали. О, язык вывалило. Так, это что? О, телескоп возьмем, подзорную трубу. Будем звезды смотреть ночью. Поплыли. Кто это такой? Ой, привет нам машет. Какой-то монстр на облаке. Где он? Он ничего не делает? Странно. Ну ладно. Шарик лопнуть можно. Красный шарик. Ой, собака наглоталась. Красный как рак. О, это что, кокос? Кокос. Да, зачем нам нужен кокос? Телескоп очередной. Давайте посмотрим, что под водой. Ныряем. Ребята, там маяк был. Ух ты. Смотрите. Какой-то остров с головами. Дю-дю. Они говорят дю-дю. Как песенки поют. Ой, а этот язык показывает. Вот смехота. Эти все поют, а он язык показывает. Ладно, пока, головы. Ой, а мы тут ныряем. Что-то пропустил. Кекс. Собачке нужно подкрепиться. Ням-ням. Поплыли дальше. О, это что за остров с осьминогом? Мороженое раздает. Держи. О, и такое, и сякое. И вот такого еще. Давай еще разноцветного. Ну что, спасибо. А тебе давай телескоп отдадим. Не берет он. Не нужен ему. Ладно, себе назад вернем. Поплыли, ребята, дальше.
Наша собачка-путешественник великий, давай, плыви. Ой, мы уже не плывем, мы летим. Летающая лодка, ребята. А теперь подводная лодка. Кто это? Какой-то робот. Какой-то розовый красавчик. О, посадим его к себе в лодку. О, круг спасательный. Пригодится, вдруг кого-то спасать придется. О, вот это кто такой? Что это за чудик? Какой-то гномик. Что с ним надо делать? Подарок давайте ему выловим. Ой, ой, давай к нам в лодку ныряй. Держите спасательный круг. Ладно, поплыли дальше. Ой, кто там был? Какие-то чудики. Зеленые путешествия. Бриллиант, ребята. Ой, а как бы нам его достать? Может, он нам нужен? Эх, не получилось. Ну и ладно. Поплыли дальше. Ух ты, фонтаны какие-то. Пингвины. Ёлки-палки. Смотрите, ребята. Пингвинчики. Мы приплыли к кисе. Наконец-таки приплыли. О, фотографию сфотографировались. Так, теперь кому же еще поплыть? Кошечка уже там, на другом острове. Давайте к птичке поплывем. Опять плыть придется, наверное же. Так, теперь возьмем с собой другие вещи. Вот это возьмем. Плащ. Давайте аквариум тоже захватим, пригодится. Мишку возьмем. Мало ли собачка поиграла. О, пиратская шапка. Эх, жалко ее одеть нельзя. Карта. Карта нам тоже пригодится. Что бы еще взять? Трусики. И возьмем платьичко. Кошечки, птички будет мерить птичка. Носочки пригодятся. Ладно, поехали. Чемодан собран. Ну что, поплыли собачка. Где наш песик? Вот, чемодан брошен в лодку. Плывем. О, зима, холодно, наверное. Плывем, летим. Ой, обтрухнись, конечно. Вся мокрая. Ой. Ой. Конечно, А что здесь было? Нас затянуло под воду. Быстрее выныриваем. Так, что тут опять кекс пролетал. Ой, снова этот осьминог. Ладно, не будем к нему в гости заезжать. Нас же где-то здесь ждет птичка. Мы плывем к ней в гости, к родной. Эти же друзья, они давно не виделись. Сколько роботов много? Нет. Нам чемодан с вещами важнее. Ой. Ух, вынырнули. Ой. Дыши, собачка. Остров кексов. Мы там уже были. Ух ты, сапог какой-то. Он нам нужен. Может пригодиться. О, сапог, только один. Плывем, плывем, опять этот монстр. Ныряем. Ананасы. Смотрите, ребята, шторм начался. Дождь, волны большие. Может, кокосик съедим? А ну, давай. О, прям целиком кокос проглотила собачка. Щенуля. Так, плывем. Как быстро плывем. Давай, давай, давай. Птичка ждет. Аж глаза закрывает от страха. Не бойся. О, приплыли в гавань. Вот нас встречает птичка на причале. Дружок приехал. Смотрите, она рада. Вот сфотографировались. Фото на память. Так. А теперь поплывем на вот этот остров. Там нас ждет зайчик. Так, ну что, соберем чемодан, как всегда. Хот-дог возьмем. Ласты, конечно же. На море ласты пригодятся всегда. Трусики возьмем. Рубашечку возьмем. Платье не будем брать.
Курточку возьмем и жилетик спасательный. Носочки, трусики. Все пригодится. Руль возьмем. Кораблю же нужен руль. Конечно, нужен. Ой, кепка капитана. Тоже пригодится. Торт. Ну что, торт тоже может пригодиться. Когда друзья встретятся, они могут его поесть. Эх, не успели торт закинуть. Ну ладно. Так, ну что ж, щеночек. Поплыли. Так, отплываем от птички из ее города и плывем на остров до зайчика. Ой, смотрите, сколько рыбок там, стая рыбок была. О, назад вернулся. Пропустил. Ныряем. Бриллиант. Заныриваем, выныриваем. У-у-у, летим, смотрите, маяк. Он ничего не делает, интересно. Ничего не делает. Плывем дальше. Сейчас он, может, нас осветит. Не освещает. Какой-то туман над морем. Пар. Ныряем. Где же наш остров? Он-то не он. О! Что это? Остров с роботиками. Давайте их все в море покидаем. Пусть плавают. Так. О, они уже опять на берег выбрались. Не хотят плавать. Не желают. Так, что там под водой? Ух ты. Опять этот товарищ. Одноглазый. Так, давай подкрепимся. В море кексы плавают. Вот это чудеса какие-то прям. Ребята, вы когда-нибудь видели, что в море плавали кексы? Ух ты, это что такое? Какой-то пират. А там сокровища. Ух ты, дарит там свои сокровища, оружие. О, играться хочет, наверное, да кит, китенок. А что, только я не пойму, что он делает на берегу, как он так выбрался, я не знаю даже. Ладно, нам пора плыть дальше, пока, китенок, еще увидимся. Пока-пока, машет нам. Язык собака вывалила, с полным ходом плывем к другу ее. Давай-давай, ананасики тут какие-то. Всякие разные. Ух, давайте занырнем, посмотрим, что там под водой. Так, плывем-плывем. Плывем. Бу-бух. Бу-бух. Так, плывем-плывем. Нас ждет наш дружок. На острове зайка должен быть. Где же зайка? Долго до него еще плыть, интересно. Так, кекс. О, мы уже почти рядышком. Мы уже почти приплыли, ребята. Нас встречают с салютами праздничными. А вот и остров. А вот и зайка, смотрите-ка, у него юбочка из листьев, как у настоящего туземца. Рад. У-у-у-у. Все в национальных костюмах туземцев. Вот такие вот, ребята, у нас были сегодня приключения, путешествия. Надеюсь, если вам понравилось, ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Вовкин, пока-пока.